Привет, это Сфанадёры, посмотрим очередной Сухар Классик S. То есть это классический стратокастер Асур. Вот, значит, в таком вот красивом цвете Surf Green. Ольховый корпус, значит, 22 лада, ну, машина Готах. Вот, на самом деле, уже на канале Саши Ровцовцева он очень подробно разбирал этот Сур, еще там несколько других. Он такой вообще суровед и суролюб. Вот, хотя сам играет на стратокастере. Он очень щепетильно относится к деталям, он профессиональный музыкант, вы всех эти вещи, в общем-то, понимает намного лучше меня. Вот, значит, но мне тоже вот удалось с этим инструментом познакомиться. Ну, есть такой, как бы, есть такое правило, да, даже если инструмент уже продан, но если я имел к его поставке определенное отношение, или даже просто инструмент интересный, мне дают, но я стараюсь записывать. Чтобы, ну, что называется, для истории, для контенту, для себя любимого, ну и так далее. То есть всегда приятно поиграть на хорошей гитаре, хотя бы иногда. Вот. Значит, сейчас мы быстренько, я в Pro Junior его так оприходую на чистом звуке, потом немножко что-нибудь порассказываю. Знаете, ну, все примерно уже понятно, да, то есть как, что ждать от суров. Ну, когда у тебя их было уже там не один, не два, и не три, и даже не пять, вот, и разные модели, ну, особенно Classic S, да, то есть модерн мне как бы, у меня было несколько модернов, но это другие немножко инструменты. А что касаемо, вот, условно говоря, в форм-факторе стратокастера, то есть версия Classic или Pro S там, или что-нибудь подобное, в принципе, понимаешь, что от них ждать. То есть очень выверенный, очень немножко такой приглаженный, немножко такой нейтральный звук. Вот. Но вот этот немножко мягче, чем вот те, которые у меня были до того. Ну так, чуть-чуть. То есть все очень индивидуально здесь. И, в общем, хороший, действительно хороший, классный инструмент. Вот. Не могу только тут разобрать гриф. Тут, ну, какая-то накладка, по-моему, все-таки есть. Так, она тут просчитывается немножко. Вот. Вот сейчас у меня есть сурик, который полностью сделан под American Vintage, то есть там и ладов поменьше, и как бы он там ясеневый, и гриф без накладки и так далее. Этот как бы более классический, что называется. То есть, условно говоря, это такой собрат American Standard, только стоит существенно дороже. Ну, потому что, опять же, сур это как бы бутик, это, значит, внимание к деталям, там вот к этим вот зализанностям вот здесь вот мы видим, да, значит, вот тут зализано, тут так все удобно, палец тут вот так можно положить удобно и так далее. То есть такие вот детали, ну, на которые я на самом деле так особо внимания не обращаю. Вот профессиональные гитаристы, да, на это очень внимательно смотрят, на эти тонкости. Вот. А, собственно говоря, инструмент для профи, конечно. Вот, они для нас диванных любителей. А, да, хотя, если есть возможность, почему нет? То есть, почему себя, опять же, не порадовать хорошей, классной гитарой, там, дорогой игрушкой и так далее. Особенно, если есть возможность. Почему нет? Вот, значит, сейчас я подключу педальку и драйв, тоже что-нибудь поковыряю с драйвом на этой гитаре и закончим на этом. We'll be right back.
посмотрели очередной сур классик S. Сейчас в пути у меня, значит, по сурам ситуация такая. То есть есть, значит, ясеневый классик кастом, но он уже зарезервирован. Вот, и мы ждем сейчас относительно недорого. И сейчас вот в ожидании, уже, наверное, на этой неделе прибудет сур S1 Pro. То есть это более... Это версия подешевле, чем классик. Вот, но тоже ясень, тоже стратокастер. Вот тоже посмотрим. Вот, он будет продаваться в ближайшее время. Так что, если что, что называется, звоните, пишите. Вот, рады всем, ну, кроме кто хамить, говорю, не надо там сходу или не сходу там, да. Ну, вот сегодня мне опять с утра там пришлось забанить товарища. Я, кстати, обратил внимание, что за много-много лет, там лет за 15-20 мы забанили, там всего человек 20-30, а в группе у меня там 15 тысяч человек. Это не бог весть как много, но нормально. Вот, а там вступать в полемику какую-то, знаете, там, значит, тратить на это время, силы, а главное, смысл в этом. То есть, если человек так себя ведет, то дальше можно бессмысленно с ним просто разговаривать. То есть, я не в детском саду, и там воспитанием подрастающего поколения заниматься, как бы, ну, это не входит в сферу моих профессиональных обязанностей. Так что вот так. А так, мне нравится, говорю, посты в группе каждый день, обновления каждый день. Не то, что она там какая, она живая абсолютно. И мне, как бы, я стараюсь за этим следить. Вот, собственно, все. Гитара, еще раз говорю, Sur Classic S, мне не принадлежит, она уже продана, но если кому-то нужен подобный классный инструмент, то, что называется, звоните, пишите, вот, цены у меня всегда, и условия поставки весьма и цены, и условия поставки у меня всегда дружественные, достаточно, ну, я так считаю, вот, ну, и трейдины там рассматриваются, и рассрочки рассматриваются, потому что, в общем-то, занимаюсь инструментами достаточно серьезными, вот, на этом, я думаю, ролик можно закончить. Я прощаюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.